Всем привет, и сегодня я буду играть со своими друзьями в Майнкрафт. Как вы помните, в прошлой серии мы сделали рейд, и на нас напали. И в этой серии я буду его отбивать. Где ты? Сейчас. Мне надо отрегенить хп. Где? О, вот. О. Ай-яй-яй-яй-яй, по мне попадают. А, убиваем. Пошли они. Их капец как много, их около 20 штук. Беги, Саша, беги, их там около 20 штук. Я уже не помню, какая это волна. Посмотри, сколько их там. Вот, сейчас посмотрю. Вот, смотри. Там тысячи просто. Саша, тебе... Саша, убивай его! Помогай, помогай! Тебе сейчас будут разрушать огород. Ой-ой-ой-ой-ой, как он мощный! Я сейчас попытаюсь его убить. Убил этого! Сейчас, подожди, не подбирай. Капец, он просто с одного удара убил. Саша, я сейчас тебе помогу. Ой. Хотя как я помогу, если у меня пол сердца? И мы так мучились очень долго, постоянно умирали, нас убивали, падали, и этот рейд был еще сложнее, чем прошлый. Остался последний.
Вот они. Так как я подумал, то что мы проиграли, это был не проигрыш, я просто далеко отбежал, а не было полоски. А вот и новая волна. Да какой зомби, у нас рейд начался, вот это вот. Вот они уже нападают. Они возле твоего дома. Там приходят к себе домой. И, конечно же, поражение. Мы этот рейд опять проиграли. Перестраивать и город. Начал сносить старые здания и строить новые. Для того, чтобы плавить очень много ресурсов в печке. Вижу. А давайте тогда с завтрашнего дня без экстрема. И теперь возвращаюсь в город. Теперь я в городе и продолжаю строить новое здание. Ну а кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!